Конечно, для нас, взрослых девочек, надо обязательно заниматься фитнесом и танцами для того, чтобы поддерживать хорошую физическую форму и поддерживать свой мозг в активном состоянии. Друзья, у меня есть для вас очень важная новость. Мы здесь все собрались для того, чтобы становиться лучше, сильнее, стройнее, чтобы танцевать, тренироваться, вести активный образ жизни в любом возрасте. Но есть очень важный момент. Что еще мы обязательно должны делать? Нам всем периодически требуется отдых. Я, например, частенько в качестве отдыха смотрю сериалы или листаю ленту в ТикТоке. И специально для тех, кто хочет отдохнуть душой, вдохновиться, посмеяться, умилиться, получить заряд хорошего настроения и мотивации, я создала новый канал в Telegram. Там я сама собираю для вас, дорогие, все самое лучшее, что будет способствовать вашему отличному настроению и, конечно же, активному развитию мозга. Не все же нам трудиться и думать о высоком. Давайте будем радоваться, вдохновляться вместе. Переходите по ссылке, которая будет прямо сейчас вот здесь. Подписывайтесь на канал. Гарантирую, скучно вам не будет. Вам будет не только не скучно, но вы отдохнете. Отдохнете и повеселитесь.